Это Даг Демуро, и сегодня я поговорю про Форд. В апреле 2018-го Форд анонсировали, что они снимают все свои легковые машины с производства, все не внедорожники, не считая Мустанга. Люди решили, что они чокнулись. Это абсурд, ужасное решение. Все на это жаловались, в интернете это начали высмеивать. Но вот прошло 5 лет, и Форд оказались правы. Прежде чем я начну, обязательно зацените Cars & Beats, мой автолюбительский сайт с аукционами для крутых машин современной эпохи. С тремя бесплатными лотами. Можете бесплатно выставить свою машину на аукцион на Cars & Beats. И вам следует, поскольку недавно у нас были кое-какие фантастические продажи, включая этот прекрасный BMW M3, который продан почти за 45 тысяч долларов, эту отличную Mazda Miata RF, продана за 25 тысяч долларов, и этот Rivian R1S принес почти 120 тысяч долларов. На Cars & Beats отлично заходят Rivian. Если вы подыскиваете или продаете крутую автолюбительскую машину современной эпохи из 80-х и новее, Cars & Beats – то самое место с ежедневными аукционами, отличным выбором и бесплатными лотами. Зацените сами на carsandbeats.com. Ладно, давайте разберемся. Как я уже сказал, апрель 2018-го, возможно, вы это помните. Форд публично заявили, что больше не будут продавать легковые модели. Это значит, что они отказались от Фокуса, от Тауруса. Меня удивило, что они отказались от Фьюжена, который хорошо продавался. Они продолжили только выпуск Мустанга. Если говорить про легковушки в остальном, они сосредоточились на внедорожниках, минивенах и пикапах. И я помню, как интернет из-за этого взбесился. Об этом говорили не только в автомобильных медиа, но и в обычных, типа «Форд избавляется от всех легковых машин». Это было сенсационное заявление. Я не мог поверить. Звучало так, что «Форд избавляются от всех своих машин». Это же автомобильная компания. И я помню, что было полно тредов на Reddit, на форумах, все яростно нападали на Форд из-за их странного решения. Все видели, что рынок повернулся в сторону внедорожников, но они отказались от легковых машин резко и без церемоний. И многих людей это удивило, особенно учитывая, что некоторые из этих машин хорошо продавались. Я лично был удивлен из-за Фьюжена. Фьюжен все еще расходился тиражом в пару сотен тысяч машин в год, и они такие: «Все, убираем его». Типа, вам что, не нужны сотни тысяч продаж в год? Но они ответили «нет». Они отказались от Фиесты, от всех легковых машин. И опять же, в тот момент это решение казалось очень спорным. И вот прошло 5 лет после принятия этого решения. И Форд сделали правильное решение. Я решила оглянуться назад, поскольку так часто, когда происходят подобные штуки, люди сначала приходят в шок, а затем потихоньку начинают об этом забывать. Я думаю, что многие на это видео ответят: «Я не был шокирован, я знал, что это было верным решением». Но в тот момент такое мнение не было популярным. Так или иначе, интересно оглянуться назад и посмотреть. Ладно, они приняли это решение, как оно им помогло и как оно на них повлияло. Ну и вот что произошло. Ладно, во-первых, продажи легковых машин продолжили падать. General Motors приняли такое же решение, как Ford. Они избавились от своих легковушек где-то один год спустя. Они решили избавиться от Импалы, от Малибу, всех этих автомобилей. Стало ясно, что Форд не попал в затруднительное положение, и General Motors последовали за ними, сделав то же самое. И рынок легковушек продолжил свое падение. Люди не хотели покупать легковушки, предпочитая им пикапы и внедорожники. Предпочтения потребителей сменились надолго. И не только рынок начал это переключение, и не другие марки, которые последовали за Форд. Я думаю, в этом кроется разгадка. Ключевой момент этого видео. Сделав то, что сделали Форд, они смогли сконцентрировать всю энергию на пикапах и внедорожниках, не тратя ее на огромный рынок, который перестал вызывать интерес – рынок легковых машин. Другими словами, вместо того, чтобы делать средние продукты, выпуская линейку из 20 машин, они сосредоточились на 10 самых горячих и начали выжимать из них все, что только можно. И если вы следили за Форд последние 5 лет, это именно то, что они сделали. И в итоге легковых машин нет. Но мы получили Бронко. После долгих лет ожиданий Форд наконец-то выпустили Бронко, и он общепринято считается круче, лучше и интереснее джипа Wrangler.
Я снимаю это видео в начале 23-го. Бронко выпускаются уже больше 2 лет. И Ford до сих пор продают их дороже рекомендованной цены. Один мой приятель сейчас подыскивает себе такой, и дилеры до сих пор просят за него на 25 тысяч больше ценника. И с Fusion'ами или Fiesta'ами такое было бы невозможно. Такого никогда бы не произошло. Вышел Бронко, отличный соперник Рэнглера, и Крайслер пришлось обороняться. Затем вышел Бронко Раптор. И все стало еще интереснее. Крайслер пришлось обороняться еще больше. Они выпустили Рэнглер 392. Им пришлось возвращаться за чертежную доску, чтобы сделать Рэнглер привлекательнее. Крайслер годами обновляли дизайн Рэнглера, а затем забили на его внешность на 10 лет, потому что у них не было соперника. Типа, что ты еще купишь? Но лафа закончилась, потому что Форд выпустили Бронко, и он уничтожил Рэнглер. Как насчет F-150 Raptor? Еще один автомобиль, на который Форд начали больше полагаться, избавившись от легковых моделей. Последний Форд F-150 Раптор отличный, и он продается чрезвычайно хорошо. Опять же, все они продаются по ценнику, и на них огромный спрос. Теперь есть еще и Raptor R. Он еще безумнее, еще интереснее. Люди платят 100-125 тысяч за легковесный пикап. Эта тачка существует. Она крутая, и Ford на ней сосредоточились. Но речь не только про крутые автолюбительские машины. Бронко Спорт. Автолюбители любят жаловаться. Бронко Спорт — это фальшивый Бронко! Ладно, я понимаю, это вроде как фальшивый Бронко, да. Но он очень популярен в мире компактных кроссоверов, поскольку до этого момента буквально каждый компактный кроссовер был крохотной машиной с округлым стайлингом, они были никому не нужны, затем показался Бронко Спорт с именем Бронко, квадратным стайлингом Бронко, и все такие «круто». Это компактный кроссовер, на котором я могу ездить и не выглядеть как... лузер. Или как обычный скучный водитель кроссовера. По этой причине я люблю Бронко Спорт. Я понимаю, что это не автолюбительская машина, но если подумать, то для своего сегмента это отличная машина. Это была блестящая идея, и это еще одна машина, которую Форд продают в огромных количествах. Затем Маверик. Этот автомобиль захватил целый сегмент. Никто не мог выпустить соперника. Маленький, компактный и доступный пикап. Помимо него есть Hyundai Santa Cruz, но он не такой практичный и не такой доступный. Эта тачка больше для понтов. Маверик же более утилитарный. И вот Ford показывают эту тачку, вкладывают в этот маленький пикап свои ресурсы. Годами в интернете люди говорили, вот бы они вернули маленькие доступные пикапы. Я бы такой взял для своих дел. Ну вот они вернули, и многие взяли их для своих дел. Оказалось, что люди не врали, они на самом деле пошли и купили себе Маверик. Он оказался востребованным. В гибридном отличная дальность хода, теперь есть еще и внедорожная версия Tremor. Они приемлемо практичные, с просторными салонами. Это отличный продукт. И то же самое, честно говоря, и с Рейнджером. Он немного отличается, Рейнджер уже продавался за границей, и его просто привезли сюда. Хотя мы ждали новый, но Ford вернулись в сегмент, в котором были популярны до. И последовали за такими автомобилями, как Tacoma и Chevy Colorado. И в итоге у них получился настоящий соперник в этом сегменте, в который они вложили свои ресурсы. То же самое можно сказать и про новый Ford Explorer. Его дизайн обновили в начале 2010-го, и он начал становиться старым. Требовались значительные вложения, чтобы сделать из него хорошего соперника, и Ford это сделали, сделав заднеприводное шасси, придав ему спортивных ощущений, увеличив кузов и увеличив салон. И затем на его основе они создали модель Lincoln Aviator. Фантастический люксовый внедорожник. Хороший соперник другим люксовым внедорожникам. К слову, о Линкольнах и внедорожниках. То же самое можно сказать и про навигатор. Он уже немного устаревает, но навигатор — это очень-очень высококачественный фантастический люксовый внедорожник, который, опять же, был очень старым. Но затем Ford смогли вложить в него ресурсы и поднять его на конкурентный уровень, чтобы состязаться с BMW X7, Mercedes MGLS, Cadillac Escalade и другими большими внедорожниками. И сделать это вовремя, когда покупатели начали тяготеть к таким машинам. Ford выпустили лучший Линкольн-навигатор в истории. И я даже не говорю про электромобили. Новый Ford Mustang Mach-E оказался большим хитом. И одним из настоящих соперников Теслы. Когда ко мне подходят и говорят «хочу электромобиль», пожалуй, не хочу Теслу, потому что, ну, знаешь, Илон... Я отвечаю, посмотрите на Mach-E. Mach-E — это как модель Y, в нем есть все то же самое, отличные технологии, никакого Илона и много преимуществ.
преимуществ. В этой машине отличные характеристики, приемлемые расценки, приемлемая дальность хода, отличные технологии, отличное автоматическое руление и помощники при вождении. В них много отличных штук, и я встречаю их всюду. Так что у них отлично вышло. Mach-E оказался большим успехом. И затем, конечно же, Lightning. F-150 Lightning также был отличным примером того, как превосходно Ford распорядились своими ресурсами. Это первый электропикап в продаже. Этот пикап оказался очень успешен. Он пользуется огромным спросом и вызывает большой интерес. А также это первый электропикап, который ощущается как настоящий пикап. Люблю Rivian R1T, люблю Hummer EV, но в итоге F-150 Lightning более пригодный на ежедневный пикап. Более доступный, во многих смыслах он похож на обычный F-150. Это было отличное решение Ford, и он попал на рынок на таком уровне и так быстро благодаря превосходному использованию ресурсов Ford. Причина, по которой я упомянул все эти автомобили, в том, что все они являются новыми пикапами и внедорожниками, которые вышли с момента заявления Ford о том, что они переключаются с легковушек на пикапы и внедорожники. И это важное дело, поскольку Ford удалось разработать эти автомобили отчасти благодаря тому, что они не стали фокусироваться на легковых машинах, которые люди перестают покупать. Если вы рады появлению Bronco Raptor, скажите спасибо Ford Fiesta за то, что его больше нет. Если вы рады тому, что Ford Lightning появился на рынке раньше всех других электропикапов, спасибо Focus за то, что на него больше не тратит инженерный ресурс. Ford смогли сосредоточиться на автомобилях, которые хотят потребители, и это помогло сделать их особенно хорошими. Это, собственно, и был их план. Они сказали, что сделают это, и они следовали своему плану до конца. Теперь они лидеры в сегменте или близки к лидерству в каждом сегменте, кроме легковых машин, которые люди уже особо и не покупают. Также стоит отметить, что у внедорожников и пикапов выше маржа. У этих автомобилей много общей архитектуры, и люди готовы за них платить больше, потому что им кажется, что они получат больше. И выходит, что маржа будет выше. Ford предположительно зарабатывает кучу денег, помимо того, что их продукты превосходны. Это беспроигрышный вариант. И это подтверждает, что их решение закончить с легковыми машинами и сосредоточиться на создании лучших версий пикапов и внедорожников было верным. Хочу также отметить, что это был рискованный поворот. В начале 2018-го не думаю, что можно было точно сказать, что с легковушками покончено. Это становилось все более и более ясно, но это было 4,5 года назад. 5 лет назад это было рискованным шагом. И Ford решили рискнуть и заявили, что они попробуют. Они отдали среднеразмерный сегмент Camry и Accord'ам и занялись своим делом. Это было рискованное решение, но в итоге оно было принято в идеальный момент. Они идеально распределили инвестиции, и у них все отлично получилось, не считая только экоспорта. Всем до свидания!